Всем привет на 105-м стриме. Сегодня мы будем проходить игру Toho 11 Subterranean Animism. Кстати, я даже не перевел, как это, что это означает, но суть не в этом. Немножко такой внезапный стрим, потому что это второй стрим по Toho подряд, и я пропустил 10.5 часть, хотя я ее обещал пройти. Я обещал не пройти, а застримить, да, один стрим. Это будет, но позже. Сейчас же, посмотрев и, да, заспойлерив себе 11-ю часть в исполнении Тора, я что-то загорелся ее пройти, ну, потому что она очень сложная. И сразу говорю, проходить я буду на легком, на изи. Потому что, ну, на нормале вообще нету шансов. Вот. Привет, Тор. Так, у нас Easy, Normal, Hard и Lunatic. Все как обычно. На Lunatic'е не стоит даже вообще смотреть. Даже просто... Даже останавливаться менюшку на нем нельзя. Тут можно играть за Рейму Хокури или Марису Кирасами, как обычно. А почему у меня все на японском, я не знаю. Вроде я поставил патч. Ну ладно. Не, ну то есть что? У меня все диалоги будут, значит, на японском. Печалька. Вот называется, подготовился к стриму. Ну ничего не поделаешь тогда. Привет, Доки Бастье. Мне советуют в чате взять первое оружие у Рейма. А, просто ярлык другой. Точняк. Сейчас я перезапущу по-бырому. Так, все же, чтобы хоть какие-то диалоги, может быть, я попробую понять на английском. И, наконец-то, Toho запускается в разрешении хотя бы 1280 на 960, ну, по выбору там. И мне не нужно ставить разрешение монитора какое-то ущербное, чтобы я хоть что-то там разглядел. Так. О! Фейри класс, Каппа класс, Ленгу класс и Онигот класс. This is definitely is a joke. Feel free to play while drinking. Ну, короче, если кто не понял... Эта сложность, шутка. Ну, чувствуйте себя свободным для игры, пока вы пьяный. Это прям точно. Difficulty level that will put you to sleep. Типа, ты заснешь на этом уровне сложности. Ну ладно, в общем, заснем так заснем. Но я думаю, нифига я не засну. Итак, Юкари Якума. Это что? Я побью атаки, что ли? Суика и Буки. И Ая Шами. Шимимару. Ну ладно, выбираем первое оружие. Так, принцип такой же, как и в 10-й. Ну, бомба равно сила, только тут теперь 8 силы, а не 5. И появился Грейс, ну или как, ну по крайней мере его не было на самой надписи в той части. Вот, а так в целом та же 10-я часть, только, ну, разумеется, уровни другие и все такое.
Я даже посмотрел прохождение на Лунатике, вот этой части. Ну, блин, там вот эти вот атаки, это, ну, пипец, конечно. Ну, я честно скажу, мне это практически ничего не дает, то, что я заспойлерил там себе. Потому что, ну, здесь все равно же нужно уворачиваться от всего. А какая разница, что я знаю какие-то атаки? Тем более, если честно, я нифига не знаю. Думаете, я запомнил, что ли, все прям? Ну, да, конечно. Я только помню последнего босса немножко, и все. Да и только до... Так, ладно. Типа, почему я спустилась в это вот какое-то место... Рейма, ты слышишь меня? И сейчас я слышу вещи. Юкари говорит. А, я сделал так, что мы можем разговаривать через твое Йинг-Янг, что-то там. Теперь я могу... Что-то Слэков, не знаю. Для начала ты отправишь меня в пещеру, который... блин, не понял, какую-то пещеру. Человек не... Это необычно, да? Как необычно? Ты пришла поиграть под землей? Не понял. Они никого, типа, не выгоняют, да, так что развлекайся, что вроде так, если я правильно понял. Рейму, это враг, Рейму, победи ее. Серьезно? Варм, не помню. Я действительно не знаю ее, ну, враг она или нет. Но что-то обычно я, ну, короче, побеждаю, что ли, что-то не понял. Это человек разговаривающий с собой, что-то там. Ну ладно, неважно. А так она первая напала, что такое-то? Она же сказала, что я могу поиграть тут. Ну, вроде это только легко, но вот последний босс будет напрягом, конечно. Дисбаланс жуткий. Ты еще будешь разговаривать со мной? Да, вроде бы, если правильно перевел. Ты устала? Конечно, я устала. Я не хочу быть здесь в любом случае. Так, что там понаписали? В 12-й также будет. Это ты про что? Так, 4 бомб, это из-за специфического оружия, было 8. 4!
Я даже когда говорил, я не посмотрел. Я просто смотрел, когда прохождение Тора, там было 8. А сейчас я вообще не посмотрел, такой говорю 8, да? Тут 4 написано. Так, зато бомбы не очень были из-за этого, но от пули спастись можно было. А, так, то должен был развить у тебя фотографическую память на последнем боссе, ну. Блин, я чутка поиграл на елочке. Чё, да не, бомба шикарная. Круг, если меня что-то коснется, ясно, так. А, отправила, не отправишь, я уже не понял, к чему это было. Так. Забыл посмотреть бомбы у Рейму. Привет, мистер Набомнение. Так, ладно, продолжаем. Второй уровень. Да ничего, первый уровень пропустил. Не критично, я думаю. Я ни разу не слился, ни разу бомбу не использовал. Вот и все. Ну, пока все вообще нормально идет. Посмотрим, да как дальше проект будет продвигаться. Но я понял, что у Тора были проблемы не только на последнем боссе, а вот на вот этом. Ну тут ладно. Вот этот момент я просто, ну, запомнил, я честно скажу. Да, я думал, что она все-таки меня не достанет, если честно. Значит, все-таки и меня затроллил этот момент. Я думал, что не достанет, типа, ну, фиг знает. Что-то бомба какая-то странная на весь экран. Блин, пропустил диалог из-за чатика. Ты должна достигнуть древнего города скоро. О, ты человек? Что человек делает в древнем городе? В древнем городе? Ты пришла посмотреть на проклятую силу нашу, Рейму. Все ее кая под землей, Ферсом, ладно. Не знаю, не понял. Просто победи ее, пока ты, типа, проходишь мимо, что ли, не понял. Я никогда не расскажу тебе, типа, что тебе сказать следующее, дальше, не понял. Я просто хочу отдохнуть. В горячих источниках, блин, дальше не успел. Я никого не обманываю, говорит. Джелус, не знаю вообще. Ладно, ну короче, что-то сказал. Ну, сюжет, как всегда, упорот, в принципе. Неважно там, я что смог перевести, не смог перевести. Так, чуть-чуть перевел и ладно. Хотя было чуть лучше, чем у Тора, получается. А то он про какие-то магазины втирал, это вообще было. О.
Так, последняя фаза. О, а чё вас двое-то? Ну, это вообще не в тему. Стоп, одна из них ложная, что ли, или что? А, одна исчезла уже. Фиг знает, непонятно. Я просто не смотрю за шкалой здоровья, не успеваю как-то. А, сейчас по времени, короче, заомню, наверное. А, еще это была не последняя фаза, прикол. Вроде не сложно. Что у нее за проблема? Она UK и Jealousy Binding, какой-то привязки. А привязана к этому миру, чтобы... Ну, неважно. Этот мир и следующий. Очень много людей, которые могут идти обратно, назад. И 4... Чё? Неважно. Сейчас я прочитаю. Ну, я же босса прошел. Ну, ты чё? Чё, я на боссе буду читать? Читаю, что ли? Двигаться быстрее слабо? Нет, не слабо. Так, тут были как раз... От незнания атака, думаю, лучше пройду сейчас. Ну да, я тоже так думаю, со второго раза-то. Типа так и телепортироваться умеет. ХЗ. Джелиус ли ревность, зависть? Понятно. То, что стреляет пузырями, нельзя бить. А, ну... Не, ну я не буду отвлекаться на чат, иначе я бы слил бы. Ну, да ты чё, ну я не буду во время босса еще чат читать. То есть, ну как-то это, по-моему, очень опасненько так, тебе не кажется? Либо, если... Давайте так. Если вы хотите мне написать во время босса что-то, что я должен прочитать именно сейчас обязательно, да, то есть какая-то там тактика или что-то, тогда пишите, чтобы у меня оранжевым высветилось, ну, с обращением. Да, лол, это говно какое-то. Ну, блин, как так-то? Да ну нахрен эти лазеры. Я вот эти лазеры меньше всего люблю на любом боссе, в любой части. Вот они уже не первый раз встречаются. Что-то не знаю, почему-то я их это хреново микро. Ты довольно хороша. Не знаю, кто ты есть, но они сказали Роуди что-то. Добро пожаловать. Фиг знает, не успел. Решил я что-то пропустить этот момент. Ты мне нравишься. У нас у всех есть много веселья. Что-то продолжим следовать, пока ты не получишь больше. Но я не хочу бухать с тобой. Так, это стоп, это уже босс, что ли? Она же сказала, что потом последует пока за мной, за ней. Ты такая холодная, говорит.
И люди сверху никогда не спускаются вниз. Давай послушаем, что она хочет сказать. Я даже не знал, что... Что мы снизу до сих пор. А, ладно, дальше. Не знаю. Ты потерялась? Да, не помню. Как ты проделала, типа, весь путь вниз, что ли? Хорошо. Короче, какой-то город построили под землей огромные, походу. Какие-то там духи обитают, фиг его знает. Ядерные духи, походу, да? Судя по последнему боссу. Ну ладно, мы это сюда идем. Я думаю, много людей покинули древний город и ушли на поверхность. Я только одного знаю, но она... Она ничего не сделает с этим, я уверен. Могу вспомнить какие-то другие разы. Что за место земных духов, спрашивают что-то. О, разговор это столько убора, что я не могу перевести. Ладно. Сейчас прочитаю, что тут понаписали. Три жизни на Last Boss, не факт. Там две жизни почти continue дают. Так. Рейму. А, может телепортироваться из правого края экрана влево и наоборот. Для того, чтобы это сделать, нужно возле стены отпустить все кнопки. Блин, ты. Что вы пишете? Прилистаю уже сейчас. Отпустите кнопки и нажать два раза стрелку в сторону стены. О, как. Фу, дисбаланс Марисы. Попробую, если не забуду, но не знаю. Но вообще должно быть полезно очень фичи. Если они не переведены, в них нет смысла, но я заметил, да. Ну, ладно, поехали. Блин, точняк телепортируется, офигеть. Так это же практически изич, нет? Да фиг знает, я все равно по центру всегда стою, но я буду учитывать, что такое есть. Иногда может пригодиться по-любому. Ой, что это? О, что-то пульки поздно заметил.
Мистер Нововение, так ты прошел эту часть на норме или нет? Ты что-то так и не понял, или забыл, я не понял, ты отвечал, как-то развернутый какой-то ответ давал, насколько я помню. А, да, прошел уже давно. Ну. А без продолжений. Тоже прошел. Да что ж, я думал, я успею телепортнуться. А, даже на good ending, ну нифига себе. Лол, что это? Охренеть. Well done. Если такая сильная, то у тебя не будет проблем вместе духов земли или земляных духов, фиг его знает. Не земляных, а этих земных. А может и земляных. Блин, пропустил. Ну, в общем, ладно, что-то там они говорят. Действительно, диалоги, ну, блин, они реально какие-то эти. Привет, Аяка, доброе утро. Что за мяуканье тут еще у нас? Четвертый уровень. Что, из города ушли все люди, остались только кошки, что ли? Я не понял. А что они жрут? Надеюсь, не посетителей. А, не было людей, ну... Я, значит, сюжет... Хреново слишком понял. Творец с животными людьми? Ну ок, ну да. Раньше ад был? По-моему, тут и сейчас ад, если честно. Особенно, если на лунатике играть. Да тут даже уже уровень напряжный, если честно, становится. Ну так. Ну как бы сижу, сосредоточившись довольно-таки, блин. А это еще только уровень. И это только четвертый уровень. Да, Тоху сложнее стало. Почему-то. А, настоящий ад был, в котором грешники сидели, ясненько. Кхм-кхм.
А, души этих грешников, ясно. Я не вижу никого, кто бы выглядел как... Как будто он был бы заряжен, я не понял. Ну, у чардж очень много смыслов, слишком этого слова. Ну, короче, мы это, типа, ждем, что ли, когда нас этому какому-то мастеру представят или что-то такое. Хороших вещей, да? Посетили как необычно. А, это вот унылое, блин. Я смотрю, моя кошка принесла тебе некоторые проблемы. Наконец-то, похоже, ты выглядишь как Йокай. Я так много хочу спросить тебя. Мне нечего тебе рассказать. Вот это Джейсер, я не знаю. Умеет читать мысли, но будет использовать атаки предыдущих боссов в серии. Оо. Я Сатори, мастер это Palace of Air Spirits. Ну и отлично, давай, мастер. Докажи мастерство-то, ну. А, с Юкари не дрался, ясно. Как они много стали разговаривать-то, да, в этих частях? Не, ну сюжеты реально в Тохо, конечно, очень-очень специфичные. Так, не напороться бы на эти лазеры. Не напоролся. Так. Затравить хотят. Ой, что-то мне показалось, что прям в меня летит. Блин, я помню эту атаку на лунатике. Жесть такая, охренеть просто.
О. Самый изи финал босс, ну это троллинг, где стоят левела, видимо. Хотя нет, это вообще-то толсто довольно. Так. Пятый уровень. А финальный босс на шестом, да, как обычно? То есть мне еще сейчас полноценный уровень пройти. Ой, что за фигня, блин. Блин. Ну ладно. Hellfire of Times Past. Опять кошка? Так а чё повторяется-то? Уже было же. Ну понятно, атака другая, да, какая-то, но... Ох... Нахрена? Ну лучше бы бомбу использовал. Да поздно уже бомбить. Поздно. Солью я по-любому, блин, мне кажется. О, ну все, короче, придется продавать, брать продолжение. И с двумя жизнями проходить последнего босса. Ну, удачи мне, как говорится. Не, ну это же нельзя сказать, что это невозможно, да? Ну блин. Ну должен же затащить. Ладно, диалоги уж совсем не читаю. Упоролся и достаточно. Cat turned into cat. Ну, cat, кошка превратилась в кошку. Да, действительно, откуда я знал? Но я не все сообщения воспринимаю, потому что, ну, блин, я же играю.
Тут все быстро очень происходит. Ты то домашнее животное, это Атори, о котором она говорила. Тяжело не игнорить чат, знаешь ли. Ты же даже не пробовал, ты же не стримишь. Как ты знаешь, когда играешь, не хочется отвлекаться куда-то там в сторону смотреть. Блин, я сейчас еще хотя бы подвинул чат поближе к окну, а то у меня вообще далеко стоял, нужно было за полкилометра голову поворачивать. А что значит неудивительно? Я же как бы вообще-то игру можно пройти самому, если что. Даже без подсказок. А, эти духи, ну я понял, блин, ну... Я человек просто не понял, про что говорили-то. Блин, фиг знает, что делать, честно. Так, короче. А, не эти? Да ладно, мне показалось, что эти, я вроде в них стрелял, и из них пули полетели. А какие тогда? Фиг его знает. Как от этого должен уходить? Ну все, последняя жизнь. Фейта как раз надо убивать. Ну, а вообще-то от них пули тоже летели. То были духи, а это фейки зомби. Я не игнорирую ничего. Это тебе так кажется. Ты просто там сидишь, думаешь, что если ты написал, это по-любому прочитано и понято. Но это не так. Мне надо сообщение вначале увидеть, потом его прочитать, потом еще понять, о чем ты вообще там говоришь, потому что для тебя все очевидно. Да, и к тому же ты утверждаешь, что без твоих советов вообще невозможно пройти игру. Но с них же много всего летит. Как же в них не стрелять-то?
блин. Ну что-то как-то тут вообще уныло не стреляет, если. Да как же там микрить-то, ну? Нахрена ее бомбить? Ну, в смысле, я вообще-то это и делаю, если ты не заметил. Обо что я там стрелился? Там небо что было сливаться, пульки уже все улетели. Что за бред? Да ладно, там эта кошка была? Жесть, я не заметил. Блин, зря бомбу использовал, она прям сдохла. Блин, зажали жесть вообще, короче. Они вообще убиваются? Что-то мне такое ощущение, что я в них стреляю, вообще бесполезно. Так, бомбы у меня нету. Так что микрю как могу. Да, и кстати, у Рейму нет самонаводящихся здесь. Или просто. Или они есть, просто надо силы больше. Я что-то как-то не обращал внимания. Опять эта фаза. Шатайпом, я не знаю, что такое шатайпом. Хм.
Да нет, сначала начну. Это Give Up and Retry, да, что ли? Или нет? Ну, чтобы заново уровень начать. Ну, я и так начал сначала. Какой сначала игру-то, о чем я еще тут не прошел? Игру сначала это не сразу говорю, не будет на этом стриме. Потому что смысла нету. Ой, КТ. У меня бомб не было. А, как? Ну это дно. Блин, что-то такое ощущение было, что это плохо закончится. Блин, ну ладно, не вышло. Блин, я чатик читал. Да не буду сначала начинать игру, я же сказал. И что значит навсегда? Не, ну ты как-то, знаешь, решил очень интересно. Значит, ты можешь пройти, да? Без продолжений. А я не смогу никогда. Ну, странная логика довольно. То есть, типа... Ну, не знаю, даже как-то объяснить, очень странно. Сначала первую тоху, но это можно всегда.
еще. Ну, не, ну сначала это жесть. Честно, вообще неохота. Чё, я сюда пришел от начала, и у меня уже было меньше жизни, чем я начинаю с продолжения. Так что какая разница? Ну, надо хотя бы еще помучиться. То есть хочешь сказать, и ты не можешь двух жизней здесь пройти, что ли? Музыка, кстати, тут хорошая. Орин, это вот это, да? То есть ты, блин, сливаешь по 4 жизни, но не... А Орин это кто? Ну кто такой Орин? Вот это Орин или следующий босс? Последний, я не понял. Это кошка какая-то. А, написано Орин, все, теперь вижу. Ну, так ты до нее дошел ни разу не умерев, а ее ты прошел ни разу не умерев? Если да, то какого фига ты считаешь, что я не смогу? Я не говорю сейчас, а вообще. Мне кажется, это глупо так утверждать. Особенно если я сейчас еще посмотрю, как какие тут тактики можно использовать где-нибудь там на Ютубе. То вообще не вижу проблемы. Нет, проблема есть, разумеется, но... Невозможного нет. Да, она что-то очень быстро двигается, в нее фиг упадешь, если честно. А, что-то там взорвалось, если честно, я вообще не видел.
Стоп, они взрываются, блин, ну что я затупил-то так, ну... Я думал, они не взрываются в центре, а, блин... Что-то я протупил насчет этого момента. Я думал, что, ну, типа, ну пофигу вообще. Можно стоять недалеко. Вот жесть, ты две жизни стрел. Просто так. Ну все, в следующий раз я буду знать об этом. Я как-то вначале, ну это, я же не первый раз до сюда дошел, я как-то не замечал этого. Это что? Какая-то жесть нереальная. Да что за жесть? Нафиг. Блин, я хотел телепортнуться, а оно что-то не телепортнулось, потому что я кнопку стрельбы не могу отпустить. Да, ты хвастаешься своим скиллом на каждом стриме. Но тупо забомбить я не мог, потому что у меня не будет... не было столько бомб. Ну то есть, если бы я забомбил, я бы сейчас прошел, да? Ну и что тогда говорить-то, что я не смогу пройти сейчас? Еще пару попыток и пройду. Вот последний босс, я думаю, будет уже явно проблемой, а этого, думаю, надо заумнить по-любому. Я не на нормале играю, не забывай. Не знаю, нахрена я бомбу использовал. Что-то немножко это... Нервишки шалят. Что-то они немножко это загоняют меня как-то. Да куда? Ну вот это было, конечно, провал.
Это впервые нормально видел. Так. Так, ладно, продолжаем. Неправда, я никого не выгоняю, мистер обо мне, не за меня, пожалуйста, не надо говорить. Частоты чата не бывает, такого нет понятия. Ну, только если там мат или что-то такое, а если просто различные мнения, это уже называется просто нетерпение к чужому мнению, а не частота. И я не дочитал там все сообщения, потом прочитаю. Так, ну оранжевый я обещал читать. На первых духах стой на месте и стреляй, потом делай шажок в сторону, когда они взрываются. Попробую. Да, это же СК2 ТВ тут. Кто хочет, тот и троллит. Зона свободного троллинга. Вон, когда в Бошу играл там, на Сонике, по-моему, блин, мне Тор постоянно писал, что это изи босс. Блин, меня это так бесило, ну и что? Я путаю, где бонусы, а где пульки, если честно. А, ну куда ты жизнь сливаешь? Вот глупая Рейму, ну... Мистер обо мнение, смотри, у нас есть сейчас пункт забанить, и там есть мат, серьезное оскорбление, национализм, нацизм, ну ты знаешь, какие там есть пункты, да? Если по какому-то из этого пункта ты считаешь, что он нарушает его, пожалуйста, жми эту кнопочку. Если с тобой будут согласны еще два человека, он идет в бан, вот и все. А если он этого не нарушает, тогда нечего его прогонять. Пьяша на лунатике изи. Фу, ну я не знаю, конечно же я не такой агрессивный, ты чё? Повод для убийства, да? О, это смешно даже. Чего это вдруг его присутствие провокация? Я даже не знаю,
кто он, если это имеет значение? То есть, почему это одно присутствие должно быть провокацией? А, доигрался, доигрался. Я думал, сейчас время закончится. Ну тут тоже явно время закончится, я не успеваю ее убить. А, я успел. Так, это еще не на этой фазе бомбить, на какой-то другой. А, ну это вроде изи фаза, да? Да. Бомбить, да? Ну бомбью. Забомбил. Так что вот, мистер Набомнение, говоришь, игру сначала. Ну, если он это пишет серьезно, ну да, это глупо, хотя все равно гнать я не буду. Но, как правило, это пишут именно так, с пекой в чате. Так, ну шестой уровень с одной жизнью, это, конечно, удаляй, но я все равно попробую. Чтобы ознакомиться хоть с уровнем, то да. А, ну ясно. Но все равно я сейчас не буду специально погибать. Посмотрю, что тут в начале идет. Да, и кстати, он действительно не называл никого нубом. Он только сказал то, что последний босс в этой игре самый изичный, но это было очевидно, что это шутка. Потому что даже я могу отличить, где босс сложнее, где легче. И здесь явно не самый простой. Даже если для кого-то он простой, допустим. А, это фаза. Да, я помню. Не знаю, Тор почему-то здесь не успевал. Или может быть Мариса медленнее, фиг я знаю.
Сейчас я прочитаю, разобьется вот эта шняга. Так, для меня он действительно один из самых простых, но это ни в коем случае не оскорбление. Действительно? Да ладно. Так, ну ладно. Допустим. Так, цель тролля — издеваться над людьми, ломать им жизнь, а потом ржать над этим. Нет. Так, миссия, мне кажется, он отражает чувство юмора, слишком зациклен на прохождение, тут люди чуть усели, да. Потом я уже успевал. Ну да, я помню. Но я, как видишь, почему-то с первого раза успел. Ну ладно. Успел, так успел. Да, вправо-лево, вправо-лево, вообще изи, изи катка. Ну все. Ядерная опека пришла. Давай, уже хорош болтать. Я уже знаю, о чем ты там говоришь. Тор же перевел мне уже все. Ну, первая атака вообще какая-то изичная. Так, ну вторая тоже довольно-таки простая, вроде бы. Так, третья, что это? О. Так я в нее даже попадать-то не успеваю, она пролетает, ну что за фигня. Походу время быстрее закончится, лол. Опять ядерная атака. Что за дно? Как это микрить? А, в принципе, можно на самом деле при желании. Они же уменьшаются довольно-таки здорово. А, это я помню. Ну вот это на лунатике выглядит так красиво просто вообще. Офигенно. Опять это ядерная. Что тут? Так. А, да не, ну куда? Дно. Ладно, тогда бомбим. Да ну нафиг. Короче, надо разбомбить. Опять такая атака? Ладно, я понял. Да она вообще не подставляется. А чё она просто за экраном не сидит? Я бы там её вообще не смог бы победить никогда.
так же проще было, да. А то чуть зачем-то показывается на экране, тупо. Это атака, я затупил. Ну да, я забыл. Ну вот, короче, больше половины, в принципе, босса прошел. Так. Если ты еще жизнь в стримах, ты потерян друг мой жизни. Это из тюрьмы, стрим для меня, например, хобби. Так. На нормале тут слишком много синих шариков. Так. Троллинг — это не издевательство в прямом смысле. Это шутливое издевательство. Именно шутливое ключевое слово. То есть это считает, ну как бы... Доброе, как сказать. Ну, если это так можно эти два слова сочетать, доброе издевательство. Ну, короче, я не знаю, нормальные люди на это не обижаются на троллинг никогда. Ну, на добрый троллинг. Бывает еще злой троллинг, но это уж другое. Тут явно злого не было. А что такое звездочки? Я не знаю. Кусок жизни? А-а-а. А как можно не умирать на фазе? Опять КТ проходить, что ли, блин? Я думал, что жизни по очкам дают или что-то такое. Мистер Новомнение, а вот смотри, Зан, да, он троллит игрока, когда пишет описание выбора сложности. Тебе это тоже задевает? Или как? Так, я прочитаю, что там. Ну, Тор иногда было, кстати, тебе заходили там иногда, злорадствовали. Редко было, но я помню, было что-то такое пару раз. Так, ну ладно. Так, ну, значит, тебе попадались плохие, либо ну, ты просто так воспринимаешь. Где там троллинг? А, ну, то, что, во-первых... Ну, я не помню, как в этой части, но если вообще он писал, что изи, там, типа, ты уснешь? Да, конечно, я вот сейчас сижу, вообще засыпаю просто, да, особенно на последнем боссе. А то, что лунатик, там, типа, ну, ты можешь свободно в этот режим играть, только если ты пьяный. Это нормально, да, по-твоему? Или что, это, типа, не троллинг, да? Привет, Гиена. А, тут происходит Тохо.
Как ее зовут? Рейзу, что-то такое не успел. Нет, ну и странного мнения, это троллинг. Ну шутка, троллинг, это практически то же самое. То есть, ну, блин, это как раз и есть троллинг. Просто ты именно, тебе подался, видимо, какой-то злой, негативный. Когда именно просто издевались, не смешно. Блин, чатик зачитался. А, зажало. Начинается. А, да, не знаю, возможно, хитбокс там меньше, и я прошел бы, но что-то я не стал рисковать. А? Да сдохни уже, не? Ну, в смысле, это атака. У меня бомб нету. Выживаем! Фу, выжил. И бомбы все равно нету. А, ну здесь она не нужна. Я жизнь собрал, да? Ни хрена себе. Да это же офигенно! У меня бомбы нету, значит все, микро до конца. Довольно-таки напряжно, я скажу. А, все-таки. Дай собрать-то, ну. Да лол, ну я только две собрал. Ну, закончится атака, нет? Я пешек мало собрал. Одна бомба осталась. О, ядерная. Я помню это, я помню. Ой, такое... Такое не очень. Где? Да где она плавает там? Блин, а почему она появилась вообще в какой-то жопе? Ну... Ой, фейл.
Меня это красное убивает. Ой, я лол. Я не понял, что меня это красное убивает. Я думал, меня только пульки убивают. Привет, Инферно. Чего? Какого чита? Какими читами? Еще какое колдовство? А ты о чем? Да я не понял вначале, что это меня убивает. Красный. Ну, блин, я знаю, что это очевидно, но я не понял. Колдовство какое-то еще. Ты между бомбы не использовать? Ага, сейчас. Я такие челленджи себе не брал, спасибо. Зачем я использовал? В смысле, что дается? Я же не прошел босса. Да-да-да, я забыл про твой совет про этих шарики, ну ладно. Не, эти не шарики, ну короче, ты понял. Ну вот эти духи или как их там. Надо бы хоть раз прочитать, что тут. Ultimate Power, короче, у него какая-то. Ну, короче, я понял. Ну да, имба, все такое. Не контрится, типа, вообще. Так, ядерные начинаются. А, зачем? Ну, о, ну все, удаляет. Ну ладно. Попробуем. Ну это сразу же провал, конечно же. Тут каждая жизнь, блин, вообще критична.
Блин, не очень удачная, по-моему, позиция. Так я нормально. Во, тут широко хорошо. А, вообще уже не очень широко. Оу! Да, прикольненько. Опять ядерный начал. Вот это вот самое жесткое, если честно. Самое жесткое. А, да куда я не заметил пульку-то, ну. И довольно долго эта атака, вот, блин. Конечно, тяжелая. Выматывает. Еще надо же как-то стрелять в нее, а тут фиг знает, вообще стоишь не там, где тебе хочется. У меня бомб нету, что ли? Я не могу посмотреть, к сожалению. Нет, две бомбы есть. Никакого ядерного распада нет? А, не знаю, не знаю. Ты лично проверял? Или теоретически доказал? А, что-то не знаю. Нервы не выдержали. Ну, сейчас тут явно надо было использовать бомбу. Ну, вообще-то значок радиационной опасности. А я говорю просто так. Потому что мне так нравится. Я не путаю ничего, естественно. Я просто так говорю. Ну, радиационная атака. Хорошо, радиационная атака, но... Но это же звучит хуже. А, блин. Ну, не знаю, что самое отвратительное, мне нравится пока. Понятно. Она-то предпоследняя, но одна из самых сложных, походу. Ну вот сложная, где куча этих летит ядер, будем так называть. И вот это пока что. А, ну еще где желтые вот эти шарики летят поперек струй. Вот это тоже так немножко доставляет, потому что там... А, да-да-да-да-да, твоя тактика, ну да-да. Не затащила. Удаляй. Uh...
Ну, хорошо, я согласен, что это похоже, да, на термоядерный синтез, но, однако, значок радиационной опасности. Значит, зон, может быть, зон не шарит, может быть, я не знаю. Не, ну, с другой стороны, в принципе, там радиация-то выделяться должна, по-моему. Нет, он не прошел. Да что я делаю? Ну блин, ну тут но. Ну я, наверное, задумался о синтезе термоядерного. Да там, ну как, они же зажимают вообще жестко. Насчет стыдно не знать, конечно, чушь, но вообще, да, то, что я, ну, я как бы интересуюсь этим, поэтому, да, для меня, конечно, это пробел такой нехороший. Но насчет стыдно не знать, это чушь, конечно, жесткая. То, что это далеко не всем нужно. Но, да, мне лично это, да, интересно тоже. Да нет же, ну как? Короче, буду проходить как до этого, но не получается эта штука. Диалоги еще эти. Почему диалоги не переключаются? О. Ну, короче, просто бомбить буду, когда будет зажимать. Ну, вроде с одной бомбой прошел и нормально. Так, ну вот и босс.
Да, Инферно. Бред. Ну не важно, фишка не фишка, но бред, это я согласен. Привет, Костобрик. Что-то ты вчера не стримил. Так, ну что, расправились с этой? Ну, давай, ну. Так. Следующий этап. Это было близко. О, это было еще ближе, по-моему, даже Грейс прибавили. Так, следующая радиационная атака. Надо взять было это по-любому, потому что там жизнь же. Да ну, у меня много было бомб еще там. Надеюсь, я немного их слил. Ну, штуки две было по-любому, да? Две. Ну ладно. Так, жизнь. Так, две бомбы надо не забывать. Две бомбы. Лучше их слить впустую, ну, но все-таки на босса, чем просто не использовать. Так что не буду здесь особо рисковать. Но теперь вот уже надо рисковать, да. Потому что бомб больше нет. Давай. О! Так, еще одна есть. Да, ну куда? Да ну нафиг. А, началось, да? Все, началось. Да ну не туда!
Блин, да это охренительная атака, ее там дамажить практически некогда. Это выдержать надо до конца времени, что ли? Ну это охренеть. Давай, 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 давай. Следующее, что тут? Бомбить? Что-то я опять ядерная. А, да это тупо. Да ну нет, ну что, ну бомбы. А. Блин. Так, сейчас прочитаю, что там. Немного занят был, ясненько, так. Нет, это не в той же опере, что и телепортация. Телепортация пускай, да, телепортируется, но... Почему тогда пули телепортируются без меня, да? Ну это как-то не очень вяжется, честно скажу. Да, вещи в порядке вещей. Ну ладно. Так, я же в курсе, что в Токио с логикой много проблем, но это вообще апогей. Между... Ты хочешь сказать, по центру там не убьет? То есть, если я буду на той атаке стоять по центру, где два огромных... ядра, то там не убьет по центру? Да что-то я сомневаюсь. Да там пулик не видно, не. Блин. Не знаю. Понятно. Опять та же самая ошибка сделал. Не, больше вчера был Костобрик, я прошел Мегамена. Для этого как раз таки надо момент, когда надо бомбить. О! Ладно, фиг с ним, две бомбы использовал.
Ну все, приехали. Ну да, Тоха вселенная очень своеобразная. Как это Тор? Нет, ты же сказал, что будет. Так, это прошли. Звездочку захавали. А. Пришлось бомбу использовать в последний момент. Да, немножечко это было микро. Так, ядреная атака 2. Самая дурацкая, блин. Хотя, не, наверное, та все-таки жестче, которая огромная. Хреновый у нее что-то термоядерный синтез, если так быстро уменьшается. Хотя он вообще не должен уменьшаться, если это термоядерный синтез. Ну, короче, с логикой проблемы у зоны или с матчасти. Так, жизнь взял. Бомб у меня нету, так что готовимся микрить. Начало даже четвертой жизни положили, но я думаю, ее негде будет просто брать. Так как бомб у меня нету и без смертей я не пройду очередную атаку. Да, ну, как же обидно, а, вот такие вещи, когда происходят. Все-таки бомбами расправиться-то не хочется, ну, просто так, и все равно вот жалеешь до последнего эти бомбы. Так глупо. Было хорошо пройдено. Ну и отлично, что снимаешь. Не знаю, что ты там тебе показалось там. Ну все, начали. Так, у меня две бомбы есть.
Лол. Да возьми ты свои эти плюшки, ну. Да ну нафиг. О. Хотел использовать бомбу, не использовал. Опять 4 бомбы, да, слил. Да, согласен, тут постоянно пропаганда жестокости, блин, Рейма вообще ходит, всех убивает подряд. Во всех частях. Приходит ему и говорят там, привет, там, да, она, я тебя убью, короче, ты мне мешаешь. Ну, при... так, я утрирую, конечно. Сейчас я читаю. Ну, короче, блин. Не знаю, мне кажется, блин, если бы я тупо забомбил 4 бомбы, то там осталась бы уже фигня. Чё ж я так затупил-то опять? Все, в следующий раз дохожу до этой стадии, без вопросов, безусловно, бомблю, вот просто, просто бомблю и все. Не выжидаю никакого момента, просто бомблю и все. Ну, потому что это, ну, тупо вообще. Ну не знаю, ну я видел, там могу сливаться и до белых, ну фиг знает. Не, ну пока там широко и свободно, пару сек подожду там, пока свободно совсем уж, да? Чё это было? Удаляй.
Да, конечно, вот дисбаланс жуткий тут с этим боссом. Хотя, в принципе, предыдущий был тоже сложный. Так что, может быть, не такой уж дисбаланс. Но все равно первые три-то вообще какие-то изичные были. Да, конечно, для изи. На изи игру нужно, чтобы любой нубский нуб, там, даже Костабрик, прошел бы с первого раза, или там, ну хотя бы там с пятого. Извини, Костабрик, ну не удержался. Троллю на стриме. Как-то я удачно прошел прям рядом с пулькой-то. Так, три бомбы есть. Ладно, не будем сливать их. Будем их использовать по назначению. Ну, что-то ну, какие-то неудачные тут фазы. Ну, это какая-то бонусная фаза, но вообще же тут нечего делать. Тут даже, в принципе, на лунатике легко, только нужно просто вставать поточнее. Реально, походу, такой бонус игроку. Одна бомба всего. Не знаю, получится ли эту фазу без смертей. Бомб нету, микрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это было близко. Ай-яй-яй-яй. Прям это, на, прям эти, на нервах держит вообще жестко.
Обидно было бы в последнюю секунду зафейлить. Фу. Вот ты жесткая, а. Кстати, а звёздочка не упала, что ли? Я же прошел вроде фазу бессмертия, а звёздочка не упала. Или я ее пропустил? Или, ну, короче, ладно. Или то, что я бомбу использовал во время смерти, это типа считается, что я использовал жизнь, что ли? А, тайм-аут ничего не дает, понял. А, все, началось. Здорово. Три бомбы. Профилактическая. Отлично. Так, сейчас, ну вот чуть-чуть оно пройдет. А, все, бомба. И на еще тебя. И еще. Больше бомб. Все, бомбы закончились. У нее здоровье там дохренилион, да, по-моему, вообще жесть. Не-не-не, читать вообще не могу сейчас, да ты что? Казалось бы, вроде несложная фаза-то, да? А, усиливается притяжение, что ли? Чё, всё? Ура! Фух. Еще две жизни в запасе осталось, прикольно. Ну вот, мистер обо мне не, а ты говорил. Да не, все, удаляй вообще. Может даже не садиться, практически. Привет, Фебри Домино. Че, я должен переключать, что ли, да? А, я думал, оно само. Ну, короче, все, плохая концовка, разумеется. Честно, так вот сейчас вот уже разобравшись, да, не очень сложный босс. Честно, не очень сложный босс. Можно все атаки практически заучить. Вот в десятый, последняя атака, это просто удаляй вообще. То есть это, ну, я не представляю, ну, жесть просто полная. А вот здесь, в принципе... Ну я вон, я последнюю фазу без потери жизни прошел. В какой я еще тохе на последнем боссе последнюю фазу без потери жизни проходил? Да, я забомбил 4 бомбы, но, по-моему, я бы и без них прошел. Ну, по крайней мере, вот же я сейчас, потом, после бомб-то я еще сколько стоял. А хотя там все ускоряется. Не, я не буду больше ничего пробовать. Что... Я крабичек сегодня, помнишь? А, РКБ. Ну да, я понимаю, что изи, но... Просто...
Try to clear without using continuous. Ага, сейчас. Да, предыдущий. А, ну да, 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 да. Я забыл, что я сравниваю с нормалом. Точно. Ну вот. Все равно, я считаю, что игра пройдена для меня. Я так понимаю, все следующие части уже будут на изи. Потому что, ну, блин, Зан переборщил. Вот, да, Костабрик Идич, давайте за реквестью. Пройдешь. Я думаю, вообще, с первого раза по-быстрому заомнишь. Ну, да, предыдущая, да. А, ну да, кстати, предыдущая это была на изи, и там была жесть. Вот, ну все, на этом стрим, соответственно, заканчивается. У кого вопросы, пожелания, замечания, предложения, можно писать в чат. Можно писать в комментарии, в скайп, куда угодно. Все, всем пока, увидимся.